общая сумма на уголь, на мясо, на закуску, насколько подорожало или не подорожало? Ну, цены ощущаются, допустим, на то же самое мясо, на соусы те же самые, очень выросла цена. Ну, мы вот взяли компанию на 7 тысяч. В прошлом году вы на эту компанию сколько вы потратили? Ну, 4-5 тысяч. Ну, там прям нормально все было, отлично. Что больше всего подорожало? Мясо и соусы. Соусы раньше там 60 рублей стоили, а сейчас там 150-120, вообще взлетели вообще в никуда. Так, сейчас сколько? Мясо стоит по 400 рублей, грубо говоря, говядины. Слушай, ну с того года рублей на 60-70 за килограмм мяса. Ну вот если рассчитывать 40 человек, что мы здесь собрались, 20 тысяч только на мясо. Сколько? 20 тысяч только на мясо. Ого. То есть вот большая компания. Ну, 40 человек, да. Ну, если полностью на компанию по мясу, 15 тысяч бы потратили. Но у нас каждый год заменяется цена. Так что это неудивительно. Ну, не знаю, препараты как стоили, так и стоят, в принципе. Ну, если даже поменялись на рубль 2, это, ну, это не разница. Ну, наверное, 30%. А что больше всего подорожало? Мясо. Подорожали и сардельки, и мясо в чистом виде подорожало. Ну, 15-20% подорожало. Ага. А что больше всего подорожало по ощущениям? По ощущениям приправы подорожали. Мясо, ну, 10% подорожало. Ну и как, настроение испортилось? Нет, настроение отличное. Когда мужик ест мясо, настроение всегда остается. И оно всегда будет. Обидно то, что не думают о людях, а думают только о своей выгоде. Вот это минус большой. Ясно. Спасибо большое. Да не за что.